Все, поехали? Да. Ты сегодня держался молодцом. Ты номера прикрутил? А? Нет, еще. Ну, значит, мы останавливаемся и прикручиваем номера. Говорит, сам он колес. Все. Что ты думаешь, больше не понадобится нам выходить? Хрен его знает. Нет, все нормально, покачаться. Давай я спереди поеду. Блин. Ну, хотя бы потом. Когда на трассу выйдем. Хорошо, потом поменяемся. Что, ребята, мы сделали, что хотели. Мы съездили к шару, отдохнули хорошо, покушали шашлыка от нашего внедорожного кафе. Все супер. И все культурно, все без мусора, все без алкоголя, без сигарет. Мы за здоровый образ жизни. Мы не пьем, не курим, только кушаем мясо и пьем газировку. И когда мы говорим, что мы за здоровый образ жизни, мы не имеем в виду, что мы заботимся только о себе, о своем здоровье. Нам здоровье нужно для чего-то, как и деньги всегда нужны для чего-то. Наше здоровье должно служить. Оно должно служить, чтобы творить добро. На благо Родины. На благо Родины, на благо Отечества, на благо нашему народу. Мы не занимаемся политикой, мы делаем просто вещи, которые считаем полезными. Если кто-то может нам, супротив, не разгоняйся, лед сейчас тебя стащит, вот будем, я буду вот так вот, вот так вот тебе все рассказывать. Это неинтересно. Ну почему? Это усложнит задачу. Но ты же будешь все равно рассказывать так. Я не остановлюсь. Ну, в общем, едем пока. Надо будет на асфальте там остановиться, чтобы подкачаться, чтобы поставить номера. Да. Обязательно. Остановиться, как я написал на наших ресурсах, подсчитать потери. Да, но мы вроде как бы без потерь. Все, слава богу, все нормально. Все живы-здоровы. Техника в драйве. Не то, что в драйве, она... В драйве, говорю, техника. В здравии. В здравии, да.